Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк Полонский Кир под номером 400. Нас просят выполнить умножение. Итак, у нас произведение трех двучленов. Как мы это сделаем? Мы сначала умножим первое на второй, а потом полученный результат умножим на третий. Итак, х плюс 2 умножаем на х минус 1. Х умножаем на х, х в квадрате. Х умножаем на минус 1, это будет минус х. 2 умножаем на х, это плюс 2х. И 2 умножаем на минус 1, получаем минус 2. И теперь этот многочлен мы умножаем на х минус 4. Это так же, как мы бы перемножали три числа. Вы бы сначала нашли произведение первого и второго, а потом результат умножили на третий. Но мы немножко упростим, потому что мы можем привести подобные члены. Минус х и плюс 2х. И получим х квадрат минус 1 плюс 2, это плюс 1. Дописываем буквенную часть х и минус 2. И умножаем на х минус 4. Скобки мы уже не пишем. Умножаем х квадрат на х. Это будет х в кубе. Х квадрат умножаем на минус 4. Минус 4х квадрат. Теперь плюс х умножаем на х. Будет плюс х в квадрате. Плюс х умножаем на минус 4. Минус 4х. Минус 2 умножаем на х, минус 2х. И минус 2 умножаем на минус 4, будет плюс 8. Х в кубе переписываем, для него нет подобных. Минус 4х квадрат плюс х квадрат. Складываем коэффициенты минус 4 и 1, это будет минус 3. И дописываем буквенную часть, х квадрат. Минус 4х и минус 2х. Складываем два отрицательных числа. Результат отрицательный. Ставим знак минус. Складываем модули 4 плюс 2, это 6. И дописываем их общую буквенную часть х. И плюс 8. Все, мы выполнили первое задание. Перепишем условия второго. И снова мы с вами найдем произведение двух двучленов, а потом полученный результат умножим на третий. Итак, 2х плюс 1 умножаем на х плюс 5. 2х умножаем на х, получаем 2х в квадрате. 2х умножаем на 5, получаем 10х. 1 умножаем на х, это будет плюс х. И 1 умножаем на 5, плюс 5. И нам нужно умножить этот результат на двучлен х минус 6. Приведем подобные члены. 2х квадрат переписываем. 10х плюс 1х, это будет плюс 11х. И плюс 5. И теперь этот трехчлен мы умножим на двучлен х минус 6. Два х в квадрате умножаем на х, получаем 2х в кубе. Мы помним, что если показатель не пишет, то это показатель 1. А при умножении степеней с одинаковым основанием показатели складываем. 2 плюс 1 это 3. Теперь 2х умножаем на минус 6. Минус 12х в квадрат. Теперь 11х умножаем на двучлен х минус 6. 11х умножаем на х, получаем 11х в квадрате. 11х умножаем на минус 6, получаем минус 66х. Ну и осталось 5 умножить на х минус 6. 5 умножаем на х, получаем плюс 5х. Плюс 5 умножаем на минус 6, это минус 30.
Приводим подобные члены, 2х в кубе переписываем, для него нету подобного. Минус 12х квадрат плюс 11х квадрат. Складываем коэффициенты. Минус 12 плюс 11 это минус 1. Ставим знак минус. 1 как коэффициент можно не писать. Записываем буквенную часть. Х в квадрате. Минус 66х плюс 5х. Складываем коэффициенты. Минус 66 плюс 5 это будет минус 61. И дописываем буквенную часть х. И минус 30. Все, мы выполнили с вами умножение по цифре 2. Теперь под номером 3. Находим произведение двух трехчленов. Очень аккуратно. Каждый член первого трехчлена умножаем на каждый член второго. Итак, х квадрат умножаем на х квадрат. Основание переписываем, показатели складываем. 2 плюс 2 – 4. Х в четвертой степени. Х квадрат умножаем на 2х. Будет плюс 2. Основание переписываем, складываем показатели. Показатели не пишут, это единичка. 2 плюс 1 – это 3. 2х в кубе. И х квадрат умножаем на минус 3, будет минус 3х квадрат. Теперь минус 2х мы будем умножать на х квадрат плюс 2х минус 3. Минус 2х умножаем на х квадрат. Получаем минус 2х в кубе. Минус 2х умножаем на плюс 2х, получаем минус 4х в квадрате. И минус 2х умножаем на минус 3, получаем плюс 6х. Если произведение чисел с одинаковыми знаками, результат положительный, а если с разными, то отрицательный. И осталось нам 3 умножить на х квадрат плюс 2х минус 3. 3 умножаем на х квадрат будет плюс 3х квадрат. 3 умножаем на 2х, получаем плюс 6х. И плюс 3 умножаем на минус 3, это будет минус 9. Все, мы перемножили 2 многочлена, а теперь приводим подобные слагаемые. Х в четвертой степени, для него подобного нету, поэтому переписываем х в четвертой степени. Плюс 2х в кубе и минус 2х в кубе. Они подобны, у них одинаковая буквенная часть х в кубе. Коэффициенты противоположные числа, их сумма равна нулю. Поэтому мы говорим, что эти одночлены взаимно уничтожаются. Их сумма равна нулю. Минус 3х квадрат. Минус 4х квадрат. Плюс 3х квадрат. Тоже мы видим, что минус 3х квадрат и плюс 3х квадрат подобные, одинаковая буквенная часть х квадрат, а коэффициенты противоположные числа, поэтому они взаимно уничтожаются. Вычеркиваем, их сумма равна нулю, и остается только минус 4х квадрат. Плюс 6х и плюс 6х. Складываем коэффициенты, 6 плюс 6 это 12. И дописываем буквенную часть х. И осталось переписать минус 9. Все, мы нашли с вами произведение двух трехчленов. По цифре 4. По цифре 4 мы умножаем 2 трехчлена. Итак, сначала а умножаем на а минус 3b плюс 2c. Затем 2b умножаем на а минус 3b плюс 2c. А затем, значит, минус c умножаем на трехчлен а минус 3b плюс 2c. А потом приведем подобные члены. Итак, а умножаем на а. А в квадрате. А умножаем на минус 3b. Получаем минус 3ab. А умножаем на 2c. Получаем плюс 2ac. Буквенные множители мы записываем в алфавитном порядке. Теперь 2b умножаем на а. Получаем плюс 2ab. Плюс 2b умножаем на минус 3b. Перемножаем коэффициенты 2 и минус 3. Это минус 6 в произведении чисел с разными знаками. B умножаем на b, b в квадрате.
И осталось 2b умножить на 2c. Дважды 2 – 4. И буквенная часть bc. Минус c умножаем на a минус 3b плюс 2c. Минус c умножаем на a. Будет минус ac. Минус c умножаем на минус 3b. Произведение у нас будет с одинаковыми знаками, поэтому результат положительный. Мы минус 1 умножили на минус 3, получили 3. И в алфавитном порядке записываем буквенные множители bc. И минус c, минус 1c умножаем на плюс 2c, получаем минус 2c в квадрате. Теперь приводим подобные слагаемые. А в квадрате переписываем. Минус 3АБ и плюс 2АБ. Одинаковая буквенная часть АБ. Складываем коэффициенты. Минус 3 плюс 2 – это минус 1. Ставим минус и записываем буквенную часть. Коэффициент единицу мы не пишем. Плюс 2АС и минус АС. Если у нас стоит минус и нет коэффициента, то коэффициент минус 1. 2 минус 1 – это будет 1. 1 как коэффициент не пишем, переписываем только буквенную часть АС. И у нас осталось 4БС плюс 3БС. Это будет плюс 7БС. И переписываем минус 6b в квадрате и минус 2c квадрат. Все, мы с вами перемножили многочлены по цифре 4. Теперь приступим по цифре 5.